Это комедия без слов, где о превращении фантазии в реальность, а реальность в фантазию. Непереможна сила мистецтва у вигляді шоу «Маски в кубі» предстане перед одеситами всередині листопада. Это третье абсолютно новое направление, к которому мы вернулись. Мы вспомнили, что мы это умеем, мы с этого начинали. Пантомима – это наш конек. Шоу «Маски в кубі» – комедія для всієї родини. Желаю всім зрителям готуватися к чому? Сделать праздник в сім'ї. Это будет праздник вашим дітям, вашим близким. И вы сами получите удовольствие, и уйдете с большим удовольствием всей семьей. Почему маски в кубе, я думаю, наверное, потому что в кубе это много, как бы в квадрате это много, а в кубе это еще больше. Легендарний театр «Маски-шоу» знають в усьому світі. З таким репертуаром нет ні одного театра в мире, ну, вот такого оригинального театра с авторскими постановками, потому что вот все, что мы играем, мы можем увидеть, ну, зритель может увидеть только или в «Доме клоунов», и только в нашем исполнении. Одесу без масок складно взагалі уявити. Не одне покоління виросло на шедеврах цього театру. Мне кажется, социологи Одессы могут отслеживать, какие туристы приезжают из каких стран, из каких городов на основе вот нашего театра. И Боря прав, они звонят, по интернету смотрят, и вот они в этот промежуток действительно приезжают, чтобы попасть в наш театр. Были такие случаи, когда мы там в Америке играем спектакль, приходят люди и говорят: «О, а мы неделю назад приехали, вот пришли на ваш спектакль». Мы говорим: «Так вам надо было ехать в Нью-Йорк, да, для того, чтобы прийти в наш спектакль, вы приехали из Одессы». Нова прем'єра приємно вразить одеситів. Це дійсно будуть на сцені присутствувати куби. Та вдруг ми для себе обнаружили, що це така форма необыкновенная. Там вот куб, вот ви представляєте, да, на красній грані у нього і на чорному кабінеті он таку форму дає, що для нас це було відкриття. Вот. І небольшая перестановка, і міняється повністю декорація. Це, ну, вообще така трансформація. А ще приємно вразить зірковий склад нової прем'єри: Георгій Делієв, Борис Барський, Наталія Бузько, Ігор Малахов, Михайло Волошин, Яна Делієва. І доречно згадати цитату Михайла Жванецького: щоб казати на сцені, потрібна майстерність, але потрібен ще більший талант, щоб на сцені розповідати мовчанням. Артисти комік-трупи «Маски-шоу» володіють цим щасливим даром.